Всем доброе утро. А у нас мороз, ребят. Посмотрите, 19 градусов. Время 6:44. Сейчас пойдем проведаем наших кур. Слышите, как скрипит снег? Это яйцо приготовила на продажу. Здесь 4 десятка. Здесь 2 десятка сегодня заберут. И вот только принесла яйцо Американо. Так, 2. Это вот грисбар. 3. Вообще горячая. С-под курицы забрала. Я их ложу в карманы. 4. Так. Это грисбар. Это Американо. Вот сегодня утром забрала 5 яиц. И пока 3 яйца. Я повторю, что это только еще 7 часов нет. Дальше посмотрим, что будет. Так, ребята. 10 часов 17 минут. Посмотрите. И то он у нас немножко показывает меньше. Потому что рядом окошечко. Пойдемте посмотрим, какая температура у нас в курятнике. Вот, смотрите, на трубу. Она вся во льду. И из нее идет порог. Курятники-то теплее, чем на улице. Заходим в так называемый предбанник. Знаете, а здесь уже намного теплее, чем на улице. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. А у нас здесь тепло-тепло. Девчонки мои трудятся. Вот они такие умницы. Утром я яйцо собрала. А сейчас, видите, вот они мои красавицы. Ты снеслась? Еще снесла? Молодец. Давай. Моя. Грисбар. Молодец. 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 Вот 2 яйца еще. Так. Ой, теплые. Вот 2 яйца. Так, и вышла отсюда доминант. Вот, но это яйцо не ее. Это мамки грисбар. Посмотрите, какие они большие стали яйца нести. Вот такое, двухжелтковое. Молодцы, молодцы. Молодцы. Это вот кучинская, видите? Умница. Умничка. Нет, кученка еще ничего не снесла. А это яйцо доминант. Ну что, девочки, с такой подстилкой нам и зима нипочем, правда? Молодцы. Ну, зайду к ним попозже. Сейчас пойду проведаю курочек. Вот, натерла им морковь. Нарезала лук. Сейчас, вы знаете, у нас стоят сильные морозы. Надо их немножечко поддержать. Принесла курам мешанку. Лук. Морковь. И сразу все бросились кушать. Хотела вам показать, как сидят куры. Да где там было? Повскакивали. Ну вот, смотрите, несмотря на холод, они у меня несутся. Здесь вот яйцо. Здесь не постелила, а они здесь 2 яйца снесли. Так. Наверху яйцо. Ну, пока только 10 часов утра. Видите, все шторки подняла, потому что стена холодная, пусть свежий воздух, теплый воздух циркулирует. И положила с самого утра градусник. Ребята, вот смотрите, сколько у нас градусов. 10 градусов тепла в сарае. А знаете почему? А кто меня смотрит, тот знает. Потому что у меня толстый слой лугового сена, соломы. И еще с осени, когда было тепло,
я внесла бактерии для переработки подстилки. Вот сегодня с утра постелила им свежее сено. Посмотрите, все уже перекрутили ногами. Все уже перемешали. Вот так. Вытяжка работает. Она абсолютно открыта. Посмотрите, на стекле мороз. А здесь у нас тепло. Поэтому куры наши несутся. Мы им создали комфортные условия. Пусть меньше, но они у меня несутся. Сложила все яйцо в одно гнездо. Сейчас схожу к амеруканам и заберу. Боюсь, они у меня замерзнут в коридоре. Зашла к амеруканам. Вот я им дала лучок и тертую морковь. У них тепло, вода не замерзает. Подстилка чистая. На окошко повесила пеленку в два слоя. Пеленочка старая, но все равно холод оттуда идет уже меньше. Ну и искусственный свет, конечно же, я им включаю. Горит у меня лампа тусклая и ночью. Я хочу, чтобы они немножко шевелились ночью. Кушали, шевелились. Вот они, умнички. Давай Петеньке дадим. На, Петёнь. Кушай. Петенька у нас сидит в клетке. Я их меняю местами. День этот посидел, красавчик. День Мишанька. Вот умничка. Знает, что надо кушать витаминчики. Молодец. Вода у него тоже не замерзает. Да, мой золотой? Все хорошо. Вот, наконец-то. Видно. Вот только что я пришла из курятника. Время вы видели. Хотела взвесить яйцо. А батарейка-то разрядилась. К сожалению, не могу вам показать вес яйца, которое я только что собрала. Вот, это все яйцо за сегодня. Но придется применить старый способ. Спичечный коробок и яйцо. А это вот грисбар. Скорее всего, оно двухжелтковое. Ой! Это вот доминант. Так что все, ребята, неплохо. Главное позаботиться о птице своей с осени. И вы всегда будете зимой с яйцом. Да и птице будет тепло. И вам на душе спокойно. Желаю вам теплых дней. И всего самого хорошего. До свидания.